الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Приветствуем всех на нашем эфире. Чуть не сказал ифтаре. Эфире приветствуем, машалла. Вот, у нас в гостях Асхат Хазрат с тафсиром Курана. Асхат Хазрат, тафадрю, бисмилля. Салам алейкум, шейх Абдул-Басит. Алейкум, салам. Сегодня бы хотелось бы остановиться у вокруг аятов, где Субхану ва Тааля, как раз мы, у нас сегодня был эфир с Русланом Курбановым, и тоже это обсуждали. И думаю, актуально очень напомнить, иншаллах, об аятах, где Субхану ва Тааля говорит торговля с Аллахом, тижарату маа Аллах. Аллах Субхану ва Тааля, что такое тижара маа Аллах? Это торговля, вот когда бывает в жизни, человек, например, занимается какой-то торговлей, и не всегда бывает у него прибыль, и не всегда бывает убыток. Тижарату л-гурму бил-гурму, кама каля наби саллаллаху алейхи ва саллям, есть прибыль, есть убыток. Но однако торговля с Аллахом, Субхану ва Тааля, это та торговля, которая беспроигрышна. Постоянно в прибыли человек. Постоянно в прибыли раб Аллаха, Субхану ва Тааля, если ведет торговлю с Аллахом, Субхану ва Тааля. Он кладет в банк Аллаха, Субхану ва Тааля, то, что получает в судный день и в этой жизни. Аллах, Субхану ва Тааля, в Коране говорит, «Аузу биллахи мина шайтану раджим». И этот ая, его называют аят аль-Курраха, аят часов Корана. Субхану ва Тааля в суре аль-Фатир сказал, إن الذين يتلون آيات الله إن الذين يتلون آيات الله وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إن الذين يتلون آيات الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Аллах Субхану ва Тааля говорит, поистине те, которые читают аяты Аллаха, وأقاموا الصلاة, и ставят молитву, وأنفقوا مما رزقناهم, и дают из того расхода, из того, то, что Аллах Субхану ва Тааля им дал, сирран ва алания, как скрыто, так и открыто, ярджуна тиджарата лян табур. Эти люди надеются на торговлю, которую беспроигрышна. Теперь давайте разберем этот ая. Ятлюна китаб Аллах. Инна ладзи ятлюна китаб Аллах. Прочитал ятлюн аят Аллах, ятлюн китаб Аллах, те, которые читают книгу Аллаха, то есть Коран, инна ладзина ятлюн китаб Аллах ва акаму ас-салат, читают, ставят молитву. То есть Коран, чтение Корана на сегодняшний день, уважаемые братья и сестры, как мы должны читать Коран? Маа тадаббур. Мы должны читать и размышлять над Кораном. Аллах Субхану ва Тааля говорит, афа ля тадаббаруна аль-Коран, неужто люди не размышляют над Кораном, ама аля кулубин акфалюха, или на их сердцах замки. Поэтому тадаббур маа тадаббур, чтение Корана, выстаивание Корана, выстаивание в молитвах чтения Корана, в ночных молитвах. Чтение Корана – это не только участвовать на каких-то мусабакат в Коране, да, как там, конкурсы чтения Корана, нет, а именно жить с Кораном. Поэтому дуа пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аллахум джа'альна мимман юкиму хуруфа ва худуда, ва ла таджа'альна мимман юкиму хуруфа ва юдайи'у худуда». О Аллах, сделай нас из числа тех, которые читают Коран, то есть именно правильно читают, выговаривают буквы с таджвидом, из тех, которые следуют Корану. То есть то, что Аллах запретил, оставляет, то, что Аллах Субхану приказал, выполняет. Но не делай нас из числа тех, которые читают красивый там Коран, распев с таджвидом, но сами не живут без Корана. Не делай нас из этих числа. Поэтому, когда мы читаем Коран, мы должны размышлять над Кораном. Вот сейчас, вот даже месяц Рамадан, люди соревнуются в чтении Корана и задают такой вопрос. Вот я, например, медленно читаю Коран. А если что-то, то есть я понимаю, что я не успею его прочитать за весь месяц. Могу ли я дальше продолжить? Субханаллах, конечно, ты можешь, брат. Альхамдулля. Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусаха. Аллах не требует человека то, что у него силы. Альхамдулля, то, что ты должен. А другие же братья, бывает, его отталкивают. Нет, ты не успеешь, тогда не читай даже. Или другие читают, например, быстро-быстро-быстро, без таджвида, без махарич и так далее, быстро, чтобы главное дело побыстрее закончить его и так далее. Потом опять начинают, потом как бы идут и говорят, вот я столько закончил, я столько раз прочитал в этот, субханаллах. И бывает такое, что закрывает Коран и только на следующий месяц Рамадан открывает Коран. Поэтому мы, нахну умма, наиш маа аль-Коран, каждый наш день, каждое наше дыхание, каждый наш вздох, выдох и вся наша жизнь должна проходить, проживать мы должны вместе с Кораном.
И именно Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лади халака аль-маута валь-хаята лийаблуакум айюкум ахсану амала». Аллах сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас, у кого лучше дела, не у кого больше дела, у кого лучше дела. Поэтому сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Ахаббу аль-а'мали иля Аллахи адвамуха ва ин калля». Любимые дела перед Аллахом, которые постоянны, даже если это понемногу. То есть лучше в день почитать по одной страничке и постоянно это делать, чем, например, сразу там несколько джузов прочитать за один день и оставить. Лучше по чуть-чуть, но постоянно. И именно ятлюна китаб Аллах, читает книгу Аллаха, то есть имеется в виду, читает Коран, нараспев старается читать с таджвидом, размышляет над Кораном, читает Коран в своих молитвах, в ночных намазах. Уакаму ссаля, читает намазы. Намазы какие? Ассалават. Ассалават аль-хамса. В первую очередь я хотел сказать, что 5 раз в день. То есть поэтому, когда человек задает вопрос, я, например, утром и вечером читаю намаз. Говоришь, этого недостаточно. Или там 1 раз в день только читаю намаз. Это не намаз. Намаз это, вот как у нас Аллах, мы говорим, это ладошка, да? Каф. Есть на ней 5 пальцев. Вот это вот вместе все называется каф. Кисть руки, да, или рука. То же самое, как намаз, это когда 5 намазов вместе собрано. 5 намазов вместе собрано. И, альхамдулилля, помимо этого, помимо 5 молитв, другие дополнительные намазы, как ат-тарабих, Салат ад-духа, Киям ал-лейл, ночное восстание, другие намазы, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, радиаллаху анху: «Инни я Билаль, инни асмаа саутан алейка фил джанна». О Билаль, я слышу звук твоих сандалий в раю. А что делал Билаль, радиаллаху анху? Почему? Потому что он после каждого омовения читал 2 ракаата намаза. То есть эти дополнительные молитвы Аллах Субхану ва Тааля будет брать их в судный день и дополнять наши фараид. Если фарды намаза у нас были неполными, где-то там когда-то человек оставил, где-то неправильно прочитал, где-то с ошибкой, где-то не было хушуа, где-то не было ихласа, Аллах Субхану будет брать навафиль и дополнять тем самым наши фарды намаза. وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. И они тратят из того, что мы им дали. Хотел бы здесь, чтобы мы с вами обратили внимание, Аллах Субхану ва Тааля говорит: из того, что мы дали. Получается, то, что Аллах Субхану ва Тааля тебе дал, ты этим делишься. Это не ты имущество, это не твое имущество. Это Аллаху Субхану ва Тааля имущество принадлежит. Но Аллах Субхану ва Тааля тебе дал. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аяти вальян зура кайфа та'малун». Аллах смотрит, как вы поступите. Аллах Субхану ва Тааля нам дал такое-то имущество и приказал нам выдавать зака 2,5% из этого имущества, если у нас есть нисаб. И человек, если не дает, он получается как ворует чужой хак. Потому что это не твой хак. Это аль-фукара, аль-масакин, аль-амилин, алейхи, аль-муаллафат аль-кулуб, аль-фир-рикаби, аль-гаримин, ва-бри-сабил, ва-фи-сабилиллах. То есть вот эти 8 категорий. Факири, неимущие, нищие, мискины, которые сами не могут выплачивать закат, у них нет нисаба. Те, кто работает над сбором заката. Те, это как, например, в фондах некие работники, им можно как зарплату давать с этого имущества заката. Фир-рикаб, на сегодняшний день это как бы не актуально, на выкуп раба. Валь-гаримин, это те, которые должники, у которых есть долги, путники и мусафиры. То есть долги, опять же, какие важные, братья и сестры, те долги, которые человек взял на необходимые нужды. Не то, что там взял какой-то большой долг на бизнес и так далее. Нет, на необходимые нужды можно помочь, чтобы закрыть их долги. Также муаллафат аль-кулуб – это те, которые вот только вступили в религию, чтобы поддержать их на этом. Путникам, мусаферам, даже если он в своем городе хорошо живет, в достатке, ну, ему можно, альхамдулиллах, помочь, купить там билеты и так далее, иншаллах, это будет как закат. Ва фи сабилиллахи, на пути Аллаха субхана ва тааля. То есть это понимание, есть хиляф масаля, но на пути Всевышнего, все, что тратится на пути Аллаха субхана ва тааля, вот это вот есть, то эти 2,5% – это их, уважаемый брат. Уважаемые сестры, это не наше. Поэтому «Анфаку мимма разакнахум» – это те, которые тратят из того, что Аллах Субхану ва Тааля им дал из риска. «Сирран ва аляни» – скрыто и открыто. Теперь давайте обратим на это внимание. Скрыто – это когда, например, как говорится в хадите, «Ля та'ану шималь ман тунфика ямину». То есть когда вот левая рука не знает то, что дает правая. Но иногда нужно делать открыто это, чтобы быть примером для других. Например, сидим в джамаате несколько человек, и подходит человек, просит о помощи. Если человек, например, скрыто дал, никто не узнал, и другие, может быть, тоже не участвовали. Но если человек дал бы открыто, пускай даже не показывает в кулаке, да, бисмилля, брат, это способствует тому, чтобы другие тоже, иншаллах, ему помогли, этому брату, или этой сестре, этому нуждающему человеку.
Ярджуна, и после всего этого Субхану ва Тааля сказал, ярджуна тиджарата лян табур. Эти люди надеются на торговлю, которая беспроигрышна. Лиуафихим. То есть здесь Аллах Субхану ва Тааля даже говорит, лиуафихим уджура. Ва изидов мин фадли. Нам гафурун шакур. Аллах Субхану ва Тааля им то, что награду наградит, которую Аллах Субхану ва Тааля им дал. И еще больше даст им, иншаллах, Аллах Субхану ва Тааля своих, и своего фадля, и своего богатства Субхану ва Тааля. Аллаху аль-гани. Аллах Субхану богатый, Аллах Субхану щедрый. Поэтому Аллах Субхану прощающий, милосердный и благодарный Субхану ва Тааля, шакур. Здесь, уважаемые братья, сестры, хотелось бы обратить внимание на что, тут некая такая есть тонкость. Аллах Субхану ва Тааля ни в чем не нуждается. Аллах Субхану аль-ганин анна, Аллах Субхану не нуждается в нас. Во всем мы нуждаемся в Аллахе Субхану ва Тааля. Посмотрите, какая это торговля с Аллахом Субхану ва Тааля. Человек бывает, кладет куда-то что-то в банк какой-то, там потом закрывается банк, или всех там он остался ни с чем. Или бывает, он, например, вложился в какое-то дело, это дело не пошло. У него, может быть, была прибыль, потом убыток стал. Но именно торговля с Аллахом Субхану ва Тааля, она, как Аллах Субхану ва Тааля говорит, также ас-сабр, когда человек проявляет. Иннама юафи ас-сабируна аджрахум бигайри хисаб. Поистине терпеливые люди получают свою награду бигайри хисаб. То есть без расчета, то есть это как бывает хисаб, то есть с арабского языка вы знаете, хисаб это счет. А это бигайри хисаб, без счета, без расчета. Получается, как один шейх сказал, это чек, где нули не заканчиваются. Бывает, человек взял, например, чек в банке, там 3 нуля, 6 нуля, 9, а тут нули не заканчиваются. Поэтому тоже проявляй сабр, ради Аллаха Субхану. Проявляй не сабр, в чем? Ма'ли ахтисаб. Проявляешь сабр, и в этот момент ты думаешь о награде, которую Аллах Субхану Тааля тебе обещал. То есть именно сабр проявляется аля та'атилля, на поклонение Аллаху Субхану Тааля. Сабр аль ма'аси. Сабр от того, чтобы не делать греховное. Ва сабр аля макадар Аллах Азза ва Джал. И проявляешь сабр на то, что предупредил Аллах Субхану Тааля. Именно на поклонение Аллаху Субхану Тааля. Например, мы сейчас с вами постимся, сабр нужно проявлять. Делаем хадж, нужно проявлять сабр. На утреннюю молитву вставать, нужно сабр. Братья Мавини, сабр на поклонение. Аль-Ма'аси, им не делать греховное, потому что зуйина линнаси хуббу шахават. Приукрашено человеку шахаваты, страсти, грехи и так далее. Но ты делаешь, нет, не оставляет ради Аллаха Субхану Тааля. И как мы, уважаемые братья и сестры, вот как мы сейчас с вами могли оставить халяль днем в Рамадане ради Аллаха Субхану Тааля? Неужто мы с вами не сможем оставить харам после того, как закончится этот месяц? И именно проявлять сабр аля кадр илля. То, что Аллах Субхану предопределил. Кому-то Аллах Субхану предопределил какую-то болезнь, кому-то предопределил Аллах Субхану Тааля какую-то потерять близкого человека и так далее. В этот момент, ассаляму алейкум, в этот момент человек проявляет сабр. Именно здесь Аллах Субхану Тааля смотрит на наши сердца. То есть именно как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Инна ас-сабр инда садмати аль-уля. Именно первую секунду, первую минуту проявляете терпение. Аллах Субхану смотрит на нас. То есть какая-то вот ты услышал какое-то испытание, что произошло, тут же ты проявляешь сабр. А если человек через год, там через два проявляет сабр, говорит, ну теперь я буду проявлять сабр, теперь я терплю, это не проявление сабра, а как сказал, описал Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, он сказал, это подобно верблюдице, которая теряет своего верблюжонка. Первое, она какое-то время печалится, то есть, а потом уже привыкает. Это уже привыкание, а не сабр. Поэтому, когда Аллах Субхану да, посылает какое-то испытание, то в этот момент мы скажем, «Альхамдулиллах, инна лиллахи ва инна илляхи раджиун». «Альхамдулиллах, мы благодарим Аллаха, это от Аллаха Субхану ва Тааля. К нему Аллаху мы принадлежим, и к нему мы вернемся». И теперь по поводу торговли с Аллахом Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля нам говорит другого, я уже в сурате Саф. Я айюха аллазина аману, хал адуллюкум аля тиджара, хал адуллюкум аля тиджаратин тунджикум мин азабин алим. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, о верующие, хотите я вам укажу аля тиджаратин, на торговлю, которая спасет вас от болезни наказания. То есть, Субхану Аллах, кстати, Абдул-Басир, понимаете, то, что бывает, когда там бывает какой-то человек, ты у него берешь, там, например, совет, например, куда вложиться, там, например, скажешь, чтобы это было прибыльно, он тебе за эти советы, там, аль-хамду, это стоит, это услуга больших денег и так далее. То есть, опять же, не факт, что ты, если туда вложишься, то будет там прибыль. А Субхану ва Тааля, опять же, нам говорит, ты помогает, облегчает. Халь адуллюкум аля тиджара, халь это частичка, вопросительная частичка. Указать ли вам на торговлю?
Хотите, я вам скажу, хотите, Аллах субхану ва тааля а'ляму бина. Аллах лучше знает о нас, и лучше знает, что все знает Аллах субхану, что будет, как оно будет, если бы было по-другому, как бы оно было, субхану ва тааля. Кулли шей, все Аллах субхану ва тааля знает. Но здесь субхану ва тааля говорит: "Хал адуллюкум аля тиджара?" Хотите, я вам укажу на торговлю. Тунджикум мин азаби алим. Спасет вас от болезни, наказания. Тумнуна биллах. Субхану ва тааля, что тумнуна биллах. То есть веруйте в Аллаха субхану ва тааля. То, что Аллах субхану ва тааля, аннаху халик, раззак, аннаху ла маъбуду бихаккин илля ху. То есть Аллах субхану ва тааля дает жизнь, Аллах субхану ва тааля творец, Аллах дает риск, все к Аллаху субхану ва тааля. Аллаху к наше возвращение, ему только можно поклоняться. Ва расули, и веруйте в его посланника. Заключительное посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, аннаху хатам аль-анбия валь мурсалин, то, что печать всех пророков, всех посланников. После этого туджахидуна фи сабилиллахи би амваликум ва анфусикум. И проявляйте усердство на пути Аллаха субхану ва тааля вашими имуществом, то есть давайте закат, выплачивайте закат, давайте садака, расходуйте на пути Аллаха субхану ва тааля, сделайте добро своим имуществом, помогайте на пути Всевышнего ва анфусикум, и вашим телом, вашими душами. То есть имеется в виду своим телом, своей душой, именно проявлять усердство на пути Аллаха субхану ва тааля. Вот это тиджара на Аллах. Вот это вот имеется в виду торговля с Аллахом субхану ва тааля. И здесь я хотел бы указать, что на некую тонкость, где субхану ва тааля говорит: «Анфаку мимма разакнахум». Они дают из того, что я им дал. То есть Аллах субхану ва тааля напоминает то, что Аллах субхану ва тааля нам дал. Когда человек говорит: «Да нет, там такой высокомерный, Аллах не любит высокомерных людей, я сам понял, я сам заработал, никто мне не помогал, никто меня не поддерживал». Кто тебе дал разум? Кто тебе дал ноги? Кто тебе дал руки? Кто дал глаза? Кто тебе дал такую мысль, чтобы именно вот это все заработать и понять, и пойти по этому пути? Аллах субхану ва тааля. Кто Аллах субхану ва тааля? И кто тебе дал ризк? Кто тебя послал? Все Всевышний субхану ва тааля. Поэтому отсюда нам Аллах субхану напоминает: Аллах вам это дал, и вы должны из этого расходовать на пути Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. И то же самое наше тело, поклонением Аллаху субхану ва тааля. Аллах нам дает каждый день 24 часа бесплатно подарок. И один час Аллах субхану просит, чтобы мы... И при этом Аллах в этом не нуждается, чтобы мы именно посвятили на поклонение. Именно мы посвятили на поклонение субхану ва тааля. И человек, субхану Аллах, просыпается и молится. Почему один час? Потому что это я по максимуму взял. Если один намаз почитать, там 5 минут времени нужно, то если 5 намазов, это сколько получается? Субхану Аллах, вообще там 25 минут, полчаса времени. А так час. И человек не молится и опять просыпается на следующий день. Аллах ему опять дает 24 часа и обратно просит один. То есть это как один шейх сказал, как помимо, как будто Аллах, как будто человек из тебя дает 24 тысячи долларов и обратно просит 1 тысячу. И ты ему не возвращаешь. И на следующий день он тебе опять дает, ты не возвращаешь. И так далее. Субхану ва тааля. Поэтому, уважаемые братья и сестры, альхамдулиллях, хотел что сказать, то, что тиджара на Аллах, единственная торговля, которая беспроигрышна, это с Аллахом, субхану ва тааля. Это банк Аллаха, которому мы увидим плоды в судный день, иншаллах. Веру в Аллаха, субхану ва тааля, ему только поклоняемся, посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. Проявляем усердие на пути Аллаха, субхану ва тааля, своим имуществом, своим телом, своей душой, иншаллах. И главное дело, при всем этом должны быть две вещи присутствовать: ихлас, искренность, и должно быть, соответственно, сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Джазакум хайр, ва саллаллаху аля набийна Мухаммад, ва аля алейхи ва саллям аджмаин. Ва алейкум ассалям, ва рахматуллахи ва баракатуху, ва айякум хайр джаза. Да воздаст вам Аллах хазрат благо за наставление. Так, у нас актуальных вопросов около нашей темы сегодня нету. На этом тогда будем, иншаллах, заканчивать. Еще раз джазакум хайран вам, всем, кто был с нами, кто завтра, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.